Зрелище, которое никого не оставит равнодушным. Народный самодеятельный коллектив ансамбль народного танца «Ватан». МАУ – городской культурный центр. Создан в 2002 году. Главное в творчестве – эмоции, заряд позитива и, конечно, культура народа. В любом танце наряд играет не последнюю роль. Раньше по национальному костюму Дагестана можно было определить возраст человека, его социальное положение и даже аул, откуда он родом. Сейчас эту одежду можно увидеть только на праздничных мероприятиях, концертах или театральных представлениях. При этом одеяние непременно должно быть красочным, ярким, чтобы человека было видно издалека. В этом костюме головной убор чухта. Это именно национальный головной убор, который должен быть всегда. Помимо этого костюма у нас очень много костюмов других национальностей, которых очень много в Дагестане, поэтому платки в основном, шарфы длинные, с длинными платьями, когда медленный танец танцует. Головной убор должен быть. Пояса. Некоторые элементы украшений на шею, на руки. В 2020 году коллективу народного танца «Ватан» исполняется 18 лет. Ансамбль создан при поддержке общественной организации «Национальная культурная автономия» представителей Республики Дагестан в Сургуте. Первые выступления состоялись на городском фестивале «Соцветие». В 2005 году ансамбль впервые принял участие в муниципальном конкурсе «Танцевальные ритмы» и сразу стал лауреатом второй степени. Через два года на этом же фестивале коллектив приумножил свой успех и завоевал награду первой степени. Затем «Ватан» вышел на региональный и всероссийский уровни. Тому подтверждение – победа в номинации «Народный танец» на фестивалях «Золотые купола» в Тобольске и «Каменный цветок» в Екатеринбурге. Какого возраста участники коллектива? С 8 до 20, до 25 лет. Пока не выйдет замуж или не поженится, ходят наши танцоры. А как к вам попасть? То есть, может быть, какой-то кастинг есть? Или все желающие могут прийти? Нет никакого кастинга. Все желающих мы принимаем в подготовительную группу. Каждый год мы набираем в подгруппу детей и занимаемся целый год. Через год уже, конечно, идет в ансамбль отбор. Жесткий отбор уже по музыкальному слуху, по физическим данным и по гибкости. Если все эти физические нормативы, все нормы проходят, тогда мы переводим ребенка уже в ансамбль. Угу. В ансамбле чуть уже сложнее, постановки и танцы уже чуть сложнее, чем в подготовительной группе. Расскажите вот про номера. Насколько мне известно, у вас очень они разнообразные. Есть с участием номера с участием инструментов музыкальных. Вот как ставите их? Так как Республика Дагестан многонациональная, и у каждого народа свой танец. Аварский, лезгинский, даргинский, лакский. Много танцев в репертуаре имеется, поэтому очень много. 20-25, может даже и 30 номеров. Всех не перечислить. Один из них примерно «Озорные девчата».
в этом танце показывать девочки, какие они задорные, какой азарт, эмоции, характер, настроение. Какую роль музыкальные инструменты играют? Большую, на самом деле, если оркестр существует в ансамбле, это совсем другая атмосфера в коллективе. Но так как у нас нет оркестра, мы в основном занимаемся под фонограмму и под барабан. Сам играю, и с Хаджатбаганой, с нашим баритмейстером, мы тренируем детей, как бы так. Очень большое желание, чтобы иметь свой оркестр. Но надеемся, когда у нас будет новый городской культурный центр, будет уже свой оркестр. Костюмы какую роль играют в выступлении? Костюмы в основном большую роль играют, потому что в каждом танце разные костюмы. В аварском танце свой аварский костюм, орнаменты разные. В лезгинском – лезгинский костюм, там свои орнаменты, поэтому без костюмов абсолютно. Еще звуковое сопровождение участников коллектива во время танца. Ну, то есть это они какие-то крики, голосом какой-то подачи. Это голосом, выкрики, крики от души, крик души. Без этого никак не получится танцевать. Лезгинку, когда танцуют, не просто так вышел, руками помахал. И нет, совсем не так. Лезгинку танцуют от всей души. От души. Если от души... Если выходить на танец, просто помахать руками, ну, это не танец получается. В общем, надо танцевать на душу. Души. Вкладывать. Душу вкладывать, да. На 100, даже на 101. Угу. Есть у вас в памяти осталось какое-то выступление, номер, который вот особенно запомнился, понравился? В принципе, все номера запоминающиеся, потому что детям очень нравится выступать на сцене. Им это в одно удовольствие. Но когда получили, я помню, когда получили гран-при в Екатеринбурге, вот это был незабываемый на самом деле день. В глазах у них просто столько радости было у детей. Вот этот момент я запомнил, в принципе. А так для них каждое выступление – это запоминающие моменты все. Сколько тренировок в неделю у участников коллектива? Группа делится на две категории – ансамбль и подготовительная группа. Ансамбль занимается 3 раза в неделю, также и подготовительная группа 3 раза в неделю. Вот. По сколько часов? По сколько? 18 часов в неделю. Получается ансамбль, 18 часов – подготовительная группа. Сколько нужно времени, чтобы подготовиться к выступлению, поставить номер с нуля, вот абсолютно? Если участник уже находится в ансамбле, так как он уже подготовленный, я думаю, за месяц, за полтора можно поставить танец. Только скелет, но, само собой, в дальнейшем отрабатывать, оттачивать. Вот. А так за месяц-полтора. С чего начать нужно? С движения, с музыки, в костюмах? Само собой, в первую очередь я подбираю музыку. На музыку. И на эту же музыку я уже потихонечку ставлю танец. На эту же музыку. Я же говорю, если был бы оркестр, тогда можно было бы оркестру дать команду, что мне надо какой-то кусочек играть вот такого-то, вот сколько-то тактов. Сколько-то тактов барабанщик, там, сколько-то тактов кларнетисту, гармонисту. А так как нету таких возможностей, под фонограмму в основном. В лезгинке девушка, женщина двигается в образе лебедя. Красивые руки, кисти разворачивают вправо, влево. Женственные руки, плавные, женственные. Будем разучивать сперва давайте ноги, а потом перейдем плавно на руки. Становимся на высокие полупальцы, ноги при этом прямые у нас. Тянемся вверх и делаем вот такие шаги. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это у нас ноги. Это самые простые элементарные движения у нас в лезгинке. Теперь ноги оставляем. Разучиваем руки. Поднимаем правую руку. Смотрите внимательно. Да, давайте вот так лучше будет. Поднимаем правую руку. Кисть разворачиваем.
кисть разворачиваем. Топаем на месте, правую руку вверх, 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 вверх. И смотрим на руку, на кисть. И опускаем также плавно. Поднимаем левую руку, вверх, тянемся, вверх, 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 вверх. Вот положение, конечное положение. И опускаем спираль локоть, а потом кисть догоняет. И также еще раз. Раз, два, три, четыре. Двигаемся вперед. Шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сложного ничего нет. Желание самое главное. Если желание будет, все получится.